Всем привет, привет. Я проснулась. Сегодня пятый день. Взвешиваться я сегодня не буду. Уже, наверное, вот пятый, шестой, седьмой. Вот через 3 дня, наверное, взвешиваться. Но это не точно, да? Мы же знаем, что меня может приспичить срочно. Пока я не хочу. Я вчера вообще не хотела снимать. А сегодня, вчера еще Серега говорит, ой, у меня ухо болит, у него насморк начался. Думаю, зашибись. Сейчас сяду, напишу заявление на 3 дня. Потому что лучше я напишу заявление на 3 дня, чем он потом пропустит еще больше. В принципе, ему осталось отучиться последнюю неделю, следующую. Следующую последнюю неделю, потому что мы улетаем же. Вот, но все равно. Надо же, ну, сами представляете, да, как отдыхать больным. Поэтому надо подлечиться обязательно. Знаете, что я решила? Я решила на завтрак позавтракать по-другому. Два яйца поставила вариться. Поставила чайничек. Яйца варятся, чайник закипает. И вместо того, чтобы съесть грейпфрут, я его сейчас выжму половинку и буду чай пить. То есть я съем 2 яйца и попью чай с грейпфрутом. Такой будет у меня завтрак. Время сейчас 10 часов 50 минут. Мне сейчас пришло сообщение о том, что пришла наконец-то моя пижамка. Еще я заказывала Илюшу, он меня попросил футболку. Причем вот я ему покупала персиковую, розовую. На этот раз он говорит, это, ну, закажи, удиви меня. Я заказала, знаете, какую? Я не знаю, я вот видела на 2 мужчинах, мне так понравилось. Как же она называется? Типа бежевый, молочный. Вот. Я сначала думала белую, знаете, там в Египте солнышко, беленькое все. Вот. А потом увидела вот бежевую на мужчине, мне так понравилось. Думаю, закажу-ка я ей или не. Так что обязательно одену на него. Надеюсь, он не будет сопротивляться. Покажем вам. А, еще я заказывала тайскую зубную пасту. Не могу я все-таки вот этими всякими, как Андрей с Илюхой, вот чистит зубы, колгейт и всякое разное. Не могу. Я после Таиланда, мне больше всего нравится тайская, вот эта розовенькая. Я ее обожаю. Все, я сажусь завтракать. Время 11:11. Идеальное время для завтрака. 2 яйца и чай с грейпфрутом. Я уже вышла на улицу. Такой небольшой снежок идет. И +3 на улице. Очень тепло. Не ветерка, прям вообще клево. А, я сейчас иду в Магнит сначала. Ну, Валберес, получается, находится рядом с Пятерочкой. Но в Пятерочке нет листьев салата, сиропа и так далее. То, что мне нужно. И по курице тоже мне в Магните больше нравится. Поэтому сначала иду в Магнит, потом на Валберес, а потом еще в Пятерочку. Я уже дома. Конечно, план у меня одни, а по факту выходит другое. Ничего страшного. Я хотела сначала в Магнит, потом на Валберес, потом в Пятерочку. В итоге я все купила в Магните. Сейчас будет распаковка. Ну, еще в аптеку зашла. Сейчас будет распаковка Магнита. Я много чего купила для диеты, конечно. Ну, как много. Салат. Вот такой я люблю. Он более хрустящий, чем вот эти вот здоровые листья. Дальше купила лук зеленый. Но это не для меня, это для Андрея. Детям купила по пицце. Одна Сережа, одна Илюша. Так. Купила цветную капусту вместо обычной белокочанной. Или вот сегодня на ужин, по-моему, там... Не, не сегодня, завтра. Сельдерей. Вместо сельдерея буду есть цветную капусту. Так. Листья салата, конечно же, листья салата. Завтра у меня будет фруктовый обед. И я себе купила, смотрите, что. Чуть-чуть. Личи. В Магните было личи. Взяла, конечно же. Взяла еще на завтра мандаринок. Тоже чуть-чуть. Вот поем. У меня на обед будут мандарины, личи. Взяла огурчики. 179 рублей. Хлеб белый взяла, батон белого. Андрей еще взяла вот такой вот, я его обожаю, это багет, чесночный багет. Ой, он я его брала, он был еще горячим, он прям хрустящий.
Так, это Андрей. Взяла чуть-чуть редисочки. Взяла по чуть-чуть, потому что мне еще нужно было в аптеку, туда-сюда, а денег, как говорится, у меня ограниченные. Сироп. Деньги ограничены, поэтому... Илюши Твикс еще взяла. 50 рублей по акции. Короче, в Магните не было бедрышек, как я задумала, да? Поэтому я взяла вот суповой набор. Это вот эти вот спинки. Спинки. Я просто вместо... Ну, так как одно бедрышко, там хоть мясо есть, а здесь одни кости. Три спинки. Я их отварю, наверное, и все. Отварю. Это когда у меня там завтра, по-моему, мясо. Так, взяла маленькое молочко топленое. Маленькое. Сливочки одни. Сливки мне для чего? Кто-то в кофе добавляет. Вот в молоко я иногда добавляю. Потом еще дети макароны с сыром едят. И вот с сырным соусом. Туда тоже сливки добавляются, поэтому покупаю. Масло растительное по акции 85 рублей. Отличная акция. Да? Ну, взяла апельсинчики. Больших не было. Блин, самые большие выбрала, что были. Мне они в прошлый раз, кстати, понравились. Взяла помидоры. В Магните, кстати, осмотрела черри. Черри вообще там были, но они такие мягкие, мне не понравилось. Вот там был один вариант только черри. Знаете, во-первых, огромная упаковка. Во-вторых, они какие-то прям мягкие были, поэтому не стала я их брать. Так, это все. Это у нас Магнит. Это у нас Магнит. Теперь я зашла еще в аптеку, потому что надо уже ж лекарства подкупать немножко. Что у нас там самое основное? Это что? От поноса. Это по-любому. Я взяла Смекту еще упаковочкой. И у меня еще есть вот это вот. Я уже убрала. Короче, у меня еще есть там одна штучка очень классная. Она именно лечит. Если это Смекта просто снимает. Дальше взяла вот такое Грипофлю. Грипофлю с малинкой. Здесь 10 пакетиков. Один пакетик 49 рублей. 490 рублей вот эта вот упаковка. Дальше взяла 3 штуки капли Ренанорм. Капли много не бывает. Взяла 3 штуки. И взяла еще Бердуал. В этот раз я посмотрела видео, все говорят, что в Египте очень сильно шмонают, то есть обыскивают. И поэтому я подумала, что я всегда с собой брала ингалятор. А в этот раз я подумала, что да ну нафиг, это будут лишние вопросы, если они полезут, что это такое, да все такое. Так ингалятору надо же еще брать все вот эти приблуды, это слишком муторно. И я просто взяла именно сам аэрозоль, то есть баллончик. Не ингалятор брать в этот раз не буду, а баллончик вот взяла. Вот. Вот такой баллончик у меня. Вот. Ингалятор мы пользовались вот из всех раз, мы пользовались 2 раза. 2 раза мы очень сильно там заболели. Где? В Турции, да, в Турции 2 раза очень сильно заболели. И я пользовалась ингалятором, и Сережа пользовался ингалятором. В этот раз, вот я же говорю, возьму просто аэрозоль. Еще я обязательно, так, Смекта. Еще обязательно противоаллергические надо взять. И что-то еще, вот, ну, такое вот, что вот частенько бывает. А, еще я возьму, у меня есть такие недорогие ушные капли, борная кислота, что ли, что там. Что-то рублей 100 стоит. Вот, возьму ушные капли, потому что там, говорят, ветер. А мы один раз надули, я помню. А ну и от кашля, конечно же. От кашля я возьму, вот этим нам очень всем нравится. Вот эта шипучка АЦЦ. Да, вот АЦЦ. Ее еще не купила, но надо обязательно будет купить. Ну и, конечно же, я зашла на Валберес. Забрала Илюшину футболочку. Вот такая она. Потом я на него ее надену, и вы его увидите в ней. Свою пижамку, так, и свою пижамку забрала. Сейчас я ее распакую, покажу. Я еще не распаковывала. А мне девчонка говорит, вы будете смотреть? Я говорю, да ладно. Надеюсь, там все хорошо, да? Вот, я сейчас покажу, какую зубную пасту я всегда беру тайскую.
Вот такую. Вот такую зубную пасту. 316 рублей. Я ее обожаю. Это моя самая любимая. Конечно же, я ее буду и дома чистить, и в Египет с собой возьму обязательно. Так, ну что? О! Тут еще подарочек положили. Представляете, к пижамке еще положили носочки. Какие молодцы. Как приятно. Кстати, классные носочки. То, что надо, прям черненькие. Какой размер? Ну, как раз мой. 36-41. Самое то. Ой, какие с бантиком. А бантики такие. С блестючками. Классные носочки. Коротенькие. Они такие тоненькие. Классно. То, что я люблю. Великолепно. Хороший подарочек. Так, ну что, откроем пижамку. Вот так. Ну, я просто, знаете что? Ну, на самом деле, я не знаю. Вот я тоже не посмотрела, да? Я заказывала 64 размера. Вообще у меня 62. Я заказала 64, потому что думаю, ну, все-таки это же пижамка. Хочешь, чтобы посвободнее был, да? Ну, чтобы не в обтяг. Вот я, например, иногда Судакова смотрю. И особенно, когда к ней приходит Василек. Ну, это капец, но ей... 90% вещи все ей малы. Ну, реально, она как обтянется, как гусеница, я не знаю. Ну, это... Я не пытаюсь ее оскорбить, нет. Но это правда, она... Ей вещи все малы, в основном. А я заказала 64 размера, пришел 66. И я даже не посмотрела. Ну, будет еще свободнее, что я могу сказать. Кстати, цвет тоже... Как ее? Ментол. Тоже ментол. Что-то я по ментолу пошла. Зато и штанишки будут свободненькие. Ни хрена тут штанишки. Здоровые. Так. Где у нас перед? Вот это у нас перед. Не повалявший не оденешь. Так. Вот. Ладно. Вот футболка, вот штаны. Ну, точно я в них влезу. Это однозначно. Я уже вижу просто. Все тянется. Все будет настолько свободно, что вообще великолепно. Они сделаны, кстати, знаете, как бриджиками. Бриджиками. То есть это не штаны, это бриджи. Но я думаю, они мне по длине как штаны практически. Да, будут как штаны. Хотя на самом деле это бриджи. Я потом, конечно же, померю. Ладно, ну хорошо. Ну по качеству ничего так. По качеству хорошее. Одела я пижаму. Слава богу, что они ошиблись и прислали мне 66 размер. Она мне прям вот, смотрите. Прям вообще... То есть это так маломерит. Это хорошо. А, штаны у меня получаются как бриджи. То есть, вот. Блин, я не знаю, подниму я. Видно? Так что хорошо, что они ошиблись. Очень даже великолепно. Штанишки хорошо. Штанишки, кстати, свободнее, чем футболка. Штанишки прям очень свободные. Хорошо. Не покупал, я купила пиццу. Я сейчас спросил. Я не слышала. Вот твикс и пицца тебе. Угу. Давай одень футболочку. Мое чудо проснулось. Он сегодня рано встал, бедолага, да? Поэтому спали. Вот смотри, видишь? Просто я смотрела, там мужчина и парень был в такой бежевый, это называется, цвет. Мне просто интересно, она тебе будет нормально или... Да пойдет. Ой, такая коротенькая. Да, укороченная, нормально. Кстати, это было лучше подошло бы Сереге. Те такие длинные, а это укороченное. Но по цвету... Спортивные штаны сами. А какие спортивные штаны? Черные, адидасовские, да, ты имеешь? Да. Ну да, может быть. Цвет хороший. Нормально, как бы такого. Это телесный. Это телесный цвет, да? Бежевый, телесный. Угу. Просто тот мужчина был накачанный. И у него вот здесь вот такие мускулы были. Вот, смотри, у меня тоже кубики видно. Где кубики? У тебя кроме вот, сосков ничего не видно. Вот кубики. А, да. Кубики просвечивают. Да, есть такое. Прикольно. Ну что, время 2:30. Поставила яйца вариться. Наложила листья салата. Четвертинку одного пакетика и вот эти листочки. И еще на обед яблоко. Яблоко, два яйца и листья салата. У моих на ужин будет картошечка. И я делаю мясо или по-французски, или по-царски, я не знаю. Лучок, помидорка, еще сверху потом сырок будет. Это шейка свиная. И Люхи, и Андрею, потому что Серега так не очень это. Он лучше шницель съест, чем... Вот такой кусок мяса. Так, пришло время ужина.
У меня осталось две вот такие небольшие рыбки. Вот такие. Я их сейчас разогрею. И салат буду делать. Половинка огурчика, один помидор. И вот одна свеколка осталась. Одна и еще какая-то вот четвертинка, что ли. Вот. Ужин Андрея. Картошечка, мяско. Прям все еще горяченькое, только вытащил.